У Елисаветы Багряной есть замечательные строки. «И новым людям в новый день идти, на новый берег и о новом петь». Елисавета Багряна има забележителни стихове. «По нови пътища, редица нови, за нови дни ще пеят и вървят». Мы предлагаем вашему вниманию символический номер, в котором участвуют те, кто идет в новый день. А сега като символ на утрешния ден. Младите дарования Мартина Димова, ученичка от Националната музикална гимназия в София, и Даниил Милкис, ученик от Централното музикално училище при Московската консерватория. Это юные дарования Мартина Димова, учащаяся Национальной музыкальной школы Болгарии, и Даниил Милкис, ученик Центральной музыкальной школы при Московской консерватории. Этот дуэт исполнит дивертисмент для двух скрипок и оркестра Игоря Фролова, дирижер Марк Гринштейн. Този дует от млади виртуози ще изпълни дивертисмент за две цигулки и оркестър от Игор Фролов, диригент Марко Горенштейн.